я вам скажу так, вот каждый раз, когда такого рода мероприятия, мне аппарат, протокольная служба готовит какие-то тезисы, и там вот были написаны разные всякие официальные слова, такие серьезные, по поводу женщин, военнослужащих, о том, что не закладывает традиции в то время, когда мужчины, ну то есть я не хочу это все комментировать. Девочки, я хотел бы вас поздравить с этим светлым праздником весны и пожелать вам простого человеческого счастья, чтобы вас ваши мужики не расстраивали, у кого мужиков нет, в того обязательно, чтобы они были, чтобы дети не болели. Давайте, я вас буду поздравлять, я вас всех очень люблю. Спасибо. Поляковій Ользі Васильівні, підполковнику медичної служби, начальнику клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації військової частини А4615. Давайте, щоб всі плесли. Нарешті. Ну, отлично.